Вон там. Вон за тем зданием есть бар. Там лучшие виски-сауэры в Манхэттене. Если освободим город, угощу тебя выпивкой. То есть, когда освободим? А? Вот и вертолет. Там должны быть остальные наши. Наконец-то, даже не верится. Пошли! Ты в Вашингтоне. Рискуем потерять весь этот квартал. Сюда движутся погромщики в большом количестве. Твои люди вот здесь. Вижу, еще кое-кого вызвали. Я агент Фейлау, спецотряд. Нас задействовали одновременно. Мы пойдем в составе второй волны. Я не знаю, что стало с первой волной, но проблем у нас здесь и без этого хватает. Разведданных почти нет, но провал недопустим. Манхэттен уже в блокаде, Бруклин еле держится. Такие люди, как мы... Это последние защитники города. Я надеюсь, когда поговорим с командиром, станет полегче. Мы сможем понять, что тут происходит, кто превратил улицы в поле боя, и как нам вообще сделать то, ради чего нас сюда вызвали. А теперь извини, лейтенант. Ну так вот, офицер Хейзен и его группа занимаются оперативными сводками. У них вся информация. Чтобы получить доступ к снаряжению, подтвердите свой оперативный статус через терминал. Упускайте свой шанс. Личность подтверждена. Спецоборудование активировано. Буквально создана для вас. Вы скажете, я достану. Внимание! Вы покидаете безопасную зону. Исаак может перехватывать сообщения из указанных на карте мест. Это позволит тебе лучше понять обстановку. Агент, бандиты украли из раздаточного пункта в Бруклин Хайтс недельный запас продовольствия. Теперь они вымогают у голодающих деньги за эти продукты, наживаются на чужих страданиях. Верни нашу еду! Обнаружен пропавший груз.
приближаетесь к грузу. Ну давай. Говорю тебе, не поддается. Да потому что ты не так делаешь. Сектор под контролем. Враг нейтрализован. Внимание, к вам приближается противник. Приветствую своих постоянных слушателей. Это снова Рик Валесси. Снова представь себе. Надеюсь, ребятки, у вас все нормально в этой самой карантинной зоне, или как там ее теперь обозвали. Мы сможем выжить только, если будем помогать. Груз обнаружен. Уведомляю ОТГ. Отлично, агент. Мы отдадим эти продукты тем, кто в них нуждается. Я слышал, что заключенные устроили грандиозный побег, и сейчас... Я сейчас агент, эти бандиты украли ящик морфия. Либо на продажу пустят, либо сами употребят. А у нас тут раненые остались без обезболивающего. Постарайся вернуть этот ящик. Обнаружен пропавший груз. Сейчас? Не валяй дурака! ОТГ с минуты на минуту припрется! Сектор под контролем. Враг обезврежен.
Груз обнаружен. Уведомляю ОТГ. Это Воробей 5. Подлетаем к вашей позиции. Внимание! К вам приближается противник. Подтверждаю, Воробей 5 прибыл и готов действовать. Страдания раненых. Агент, в банке ЧП людей взяли в заложники. Тебе нужно будет пробраться в здание по тоннелю метро. Отправляйся туда и постарайся свести ущерб к минимуму. Обнаружен противник. Вот это то, что надо. Так себе. Отбиваться от своих!
фигней страдать. Сейчас мы с тобой покончим. Хорош прятаться. Ну и тоску! Мать твою! Мне нужны патроны! Вот, черт его убери! Не тормозите! Чуваки, сейчас осторожно! Сейчас погасим! Наконец-то! Спасибо! Это был какой-то ужас! Кошмар! Все, я погнал!